Эйхо, ребятки, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня мы будем искать Момо. Давайте посмотрим, удастся ли нам найти ее и спросить, что же она хочет от нас. Давайте сыграем с ней в эту игру. О боже, она нам написала. Мы должны открыть двери. Какие двери откроем, друзья? Давайте попробуем открыть эту дверь. Надеюсь, ее здесь не будет. Момо, где же ты? Мы хотим тебя увидеть. Давайте посмотрим, что же здесь. Я кого-то слышал. Может быть, она здесь? Надеюсь, ее там нет. Момо? Момо, ты здесь? Зачем мы тебе? Что ты от нас хочешь? Возможно, она в этой двери. Здесь есть кто-то. Ты Момо? Привет. Кто ты? Как тебя зовут? Он явно не Момо. Он не хочет с нами играть. Возможно, она здесь. Кто это? Ты Момо? Привет. Поиграешь со мной? Нет? Жаль. Давайте пойдем дальше. Возможно, Момо здесь. Здесь дверь с крестиком. Она заперта. Мы не можем туда попасть. Я кого-то слышу. Возможно, здесь Момо. Мы сможем ее открыть? Мы не можем открыть эту дверь. Но почему это так? Почему я не могу открыть ту дверь? Давайте пойдем дальше, посмотрим, что за этой дверью. Момо, ты здесь? Момо? Ты не хочешь открыть мне дверь? Давай поиграем. Пожалуйста, Момо. Я хочу сыграть с тобой в эту игру. Зачем ты мне пишешь? Что ты от меня хочешь? Момо? Момо, ты здесь? Возможно, она тут. Момо? Нет, ее здесь нет, ребята. Давайте пройдем дальше. Момо? Здесь какой-то ключик. Я хочу взять этот ключ. Момо, ты здесь? Момо, это кровать Момо или нет? Как вы думаете, ребятки? Какова вероятность того, что это кровать Момо? Возможно, она тут. Мы выиграли. Так и не встретили ее. Я хочу попробовать еще раз. Возможно, нам удастся это сделать и встретить ее вновь. Я надеюсь, вы хотите ее увидеть точно так же сильно, как и я. Давайте попробуем еще раз. Так, мы перешли на следующий уровень. Алло, Холла. Я хочу ее найти. Давайте попробуем открыть эту дверь и отправиться дальше. Возможно, она здесь. О, это песик Момо. Песик, ты песик Момо или нет? Надеюсь, он не будет меня трогать. Пошли дальше. Я хочу увидеть Момо. Я хочу, чтобы она нас напугала, друзья. Надеюсь, нам это удастся сегодня. Момо, ты здесь или нет? Может, она здесь? Момо? Нет, странно, я ее здесь не вижу. Ребятки, а вы уже находили Момо? Или нет? Возможно, вы уже общались с ней? Почему она нас преследует? Это же Момо! Она нас поймала! Мы встретились с Момо! Ну что ж, если вам понравился этот ролик и вы хотите больше Момо, обязательно пишите об этом в комментариях! Всем спасибо и пока-пока!